приветище! Это остров пчел. Ну вот, собственно, новая эра началась, и следующая волна появилась. Смотри, мы, короче, медицинский центр не можем сделать, поскольку у нас нет вот этого ресурса зеленого. А зеленый ресурс — это, по-моему, укрепленный воск, а мы его еще делать не умеем. Зато у нас появились другие штуки. Сейчас, вот, хранилище воска, вот, опа. Ваше Величество, новые вести. Наши разведчики заметили, что шершни объединились с божьими коровками. По нашим данным, божьи коровки собираются нацеливаться на наши постройки и сбрасывать на них личинки. О-хо-хо! Вот это да. Делаем, значит, укрепление. Вот такое вот. Здесь тоже укрепление. Мне нужно срочно больше баллист. Да, баллисты нужны против божьих коровок. Они, по-любому, будут тоже мощные, жирненькие такие. И поэтому нам нужна баллиста и как можно больше хвачки. Баллисту, собственно, вот сюда. Здесь у нас хвачка. Ну а дальше хранилище. Хранилище воска. Вот так вот. Три штучки. И хранилище под мед. Давайте, пчелки, давайте. Надо трудиться, не покладая своих крылышек. В общем, делаем фабрику укрепленного войска, чтобы можно было сделать медицинский центр. Исследовательский центр теперь вместо дымящих труб вот такие вот какие-то импульсы используют. То есть, когда вот эти вот импульсы, это значит, что что-то там производится. Но это прям прорыв. Это все-таки не дымящие трубы, правильно? Все, фабрика укрепленного воска у нас есть. Значит, медицинский центр нам по-любому нужен, но сперва нужно укрепленную вот этот воск сделать. Так, 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 фабрика по укрепленному, вот фабрика укрепленного воска. Куда мы ее шлепнем? Наверное, вот сюда куда-то. Делаем под нее ячеистую вот эту штуку. Где там ваши бедрышки укрепленные с двойным дном? Таскайте сюда воск побольше. Молодцы, красавчики. А теперь строители со своими молотками-торами. Тащите свои попки сюда и стройте мне фабрику укрепленного войска. Шпынь, строители, вы где? Стройка полным ходом идет. Пока как бы не идет, мы просто смотрим на огороженную местность. Где молотки-то? Металлические молотки. Вон они, строители летают, но... Во-во-во, летит один, летит. Вот этот вот, вот опускается и начинает тут дубасить. А у нас волна! Сейчас божьи коровки полетят. Откуда только полетят. Так, вон летит, смотри, какой здоровый, нифига себе. Я в баллисту сразу сажусь. Интересно, долетит туда, нет? Ой, это высоко я взял. Почему тут физика не такая, как в реале? Попаду? Нифига себе, она летит, летит. Попал? Ёлки-палки. И шерсти еще и летят. Попал! Она, видишь, немножечко пригнулась. Хорошо. Не попал. Я надеюсь, что она одна летит. Божья коровка, их не две. Я даже не понимаю, что происходит у меня сзади, за спиной. Вроде пока отбиваемся, вроде все нормально. Сколько ж в нее надо баллиста выпустить? Она загорелась. Как авиационный какой-то лайнер, блин, загорелась. Баллиста, давай. Еще попадание, ништяк. Кстати, эта божья коровка на какого-то роботизированного монстра похожа больше. Ну я же попадаю. Она выше взлетает. Есть, сбили. Сбили эту мохнатую здоровую штуку. Вон сколько в нее выпустил, смотри. Там капец сколько в нее попаданий. Офигеть, хорошо, что я баллист понастроил. Че, мы отбились? А, вон они, шершни куда-то туда полетели. Опа, нифига себе, баллиста попала под одно. Тут они забили мою пчелку военную. А ты куда? Черт! Черт. Быстро домой, все домой. Тревога. Они, короче, моих носильщиков нектара забили здесь. Ай-яй-яй. Моих работяг. Вон, еще кого-то сбило. О, ништяк вообще. Баллисты нормально фигачат. Моих военных, видимо, раскидали. Отлично. Вы уже кончились? Я только вошел во вкус. Дали достижение. Намек на то, типа, то, что я раскидываю очень хорошо шершни. Но, тем не менее, у меня закончились военные. Давай опять посмотрим. Смотри. Пчела-строитель 4, обычных пчел 6. А военных нет, их раскидывают. Очень, очень так активно их раскидывают. Поэтому нам нужно популяцию пополнять. Сделаем опять простых пчелок и военных. Штук 10.
И если что, надо срочно пчел домой гнать. Тревогу врубать, и пускай они дома тусят. Все, тревогу отключаем, и они полетели работать дальше. Смотрим, что в лаборатории там. Медицинский центр, мы же еще его не освоили, поскольку фабрику нам только построили. Ее же достроили. Ребята-строители что-то тут строят. Как бы, ну логично, они же на стройке, поэтому они и строят. Все, фабрика по укрепленному воску у нас готова. Ништяк. Мы можем теперь его производить. А если мы можем его производить, то мы сможем сделать медицинский центр. Но это не точно. Сейчас надо, кстати, посмотреть по этому поводу. Что там у нас? Где, дяди? Амброзия! Зеленая штука — это амброзия. А, я не то изучал. Так, вот для чего амброзия. Хранилище с амброзией нам нужно открыть. Для этого фабрика амброзии нужно изучить. Так, медицинский центр подождет. Фабрику с амброзией изучаем. Короче, по такому поводу, что хочу сказать. Нам нужно больше вышек. Вышки более эффективны, чем мои боевые солдаты. Поэтому я сейчас тут просто застроюсь этими вышками. Ну и баллист, конечно, бы побольше. Все, понастроил тут баллист. Мне кажется, что я так их понапичкал очень много. Теперь переходим к строительству фабрики амброзии. Фабрика амброзии. Фабрики у нас вообще вот с этой стороны все делаются, поэтому пусть тут у нас они и остаются. Ну вот. Фабрика амброзии у нас строится. Это очень хорошо. Ребятки трудятся. Фигачат тут своими молоточками вот такими. Ну да, кстати, по сравнению с обычными молотками, тут молоток Тора такой, типа, обвязанный стал. И вот наша фабрика амброзии готова. Она перерабатывает, видимо, какую-то... Что там, листики какие-то зеленые, я не понимаю. В общем, сюда сейчас все засыпается. Амброзия производится. И нам нужно хранилище для амброзии сделать, но... Но мы лучше сделаем медицинский центр. Хранилище подождет. Смотри, школа что дает. Наука не стоит на месте. Теперь вы можете построить школу и повысить квалификацию пчелам-строителям. В школе можно обучить улучшенных строителей. Хо-хо-хо. То есть у меня будут пупер-крутые застройщики. Опа, волна шестая, на нас нападают. Божьи коровки летят вон оттуда. Значит, начинаем стрелять. Начинаем стрелять. Погнали. У меня, кстати, военных совсем мало. Они не успели отстроиться. Сколько у меня там военных сделалось по итогу-то? По итогу сколько военных? Всего 4 пчелы военных. Ой-ой-ой-ой, плохо, плохо дела. Бах, сбил! Одного шерсть не сбил. Сейчас еще вот этого собью. Бах! Красава. Ох, их сколько много. Ну надо, короче, на божью коровку. Все стрелы на божью коровку. Я же еще хотел отозвать всех. Елки-палки. Тревога! Выстрелил он и туда, но попали в стрекозу, она сейчас будет травить всех. Подбили? Нет, не подбили. Ну же. Блин, надо не отвлекаться, надо божью коровку бомбить, иначе мне не сладко тут будет. Наконец-то она загорелась. Последний выстрел, мне кажется, остался ей. Ну же. А, другая баллиста, давай, я уже не достаю, но выше не достаю. Очень близко. Сбили, прям перед нашим улем. Фух. Вот это да. Вот это уже жесткое месиво. Что там по медицинскому центру-то? Посмотрим, что у меня осталось вообще из... пчела-строитель, военная пчела одна. Ух, нормальненько. Жить будем. Выпуская своих пчелок обратно на работу. Ваше взличество, наши разведчики услышали взрывы на полигоне шершней. По моим предположениям, они нашли применение пороху в военном деле. Ух, елки-палки, они... Подожди, а что на нас хотели божьи коробки скидывать? Ну, короче, теперь они будут еще и бомбы скидывать. Это плохо. А прикинь, шершни сейчас со стволами прилетят и начнут в меня тут из пулеметов стрелять. Вот он, медицинский центр. Он не такой большой. Мы его поставим возле исследовательского центра. Так, что вот здесь вот все это застраиваем. Ух ты, смотри, на меня здесь что-то скинули. У меня тут... Ёлки-палки, у меня тут что-то разбомбили. Три ячейки. Надо бы их отстроить обратно. Тут у нас уже все готово. Переходим к строительству
Медучреждение. Вот так вот. Еще что думаю? Думаю, что нам нужно больше баллист. Больше, чем две. Все, на нас напали. Так, хочу вот сюда все-таки баллист успеть. Ну, пчелки, дотащите сюда что-нибудь. Вот буквально одной клеточки не хватает. У нас летят? Откуда у нас летят? Опа, тут две штуки. Елки-палки. А это что такое? Стрекоза с пулеметами, что ли? Нифига себе! Вот это да! Так, баллиста срочно, срочно, баллиста. На тебе. Все, сейчас еще, короче, эти... О, капец, там и шершни, короче. Нифига себе. Офигеть, просто можно. Я вверх подняться не могу. Сейчас хана мне тут. Они вон скидывают личинок своих. Хана, короче, моему улью, походу. Слушайте, ребят. Хана. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это больно. Это очень больно. А еще я, знаешь, что забыл? Еще я забыл вот это вот сделать. Кто с жалом к нам придет, тот от жала и ужалится. Дали мне достижение. Нифига себе, шершни вообще. Я хочу таких же пчел, чтобы у меня пчелы были с пуколками. Так. Этот еще раз сюда летит. Давай, баллиста, жарь его. Жарим. Не достаем. Вот до этого достанем. На тебе, пузо. Еще вот этого надо подбить. Получай. Все, это капец. Там вон военный под пузо пытается божью коровку подбомбить. Этот улетел. Эту сбили. Отлично. И тому сейчас догонку. Он разворачивает. Да что ты будешь делать-то? Все, падай уже. Упал? Нет. Не видно, чтоб он упал. На тебе. Обалдеть. Ульюха на. Черт. Все, это последний, видимо, остался. Долетит до него стрела. Еще вот. На тебе, да сколько в них выпускать-то можно? Они что, бронированные, что ли, стали? Упал, ладно, ништяк. Попал? Ну, попал, но не сбил. Есть, попадание, отлично. Фух. Итак, смотрим. Черт подери, они мне фабрику одну вынесли. Фабрику вынесли, тут как бы еще ничего. Ну, что хочу сказать, здесь две клетки уничтожили. Придется сейчас восстанавливаться, очень так активно восстанавливаться. Под баллист у нас тут не хватает мне чуть-чуть. Под баллисту почти нам сделали место, но надо достроить. Ёлки-пальки, нам баллисту снесли. Жесть, надо восстанавливать ее срочно, потому что через 2 минуты на нас нападут снова. Здесь тоже дырищу закрываем. Абзац. Все очень печально. Я чувствую, что наша колония подвержена истреблению. Что нужно делать? У королевы посмотреть. Королева, сколько... У нас пчел простых рабочих всего 3 штуки. Надо пополнение. Срочно. Срочно. Где детский сад? Детский сад, работай. Эй. Что происходит-то? Вот. Детский сад. Приоритет ставим высокий. Нам нужны рабочие пчелки. Строители и военных, фиг с ними. Они нам пока что не нужны. Ты посмотри, кто это у нас тут летает. Что она делает? Такое ощущение, как будто она уколы ставит в жопу. Она прям преследует всех раненых пчелок и отлечивает по полной. Смотри, сейчас что будет. На тебе шприцом в попец. Забавная медсестренка у нас тут летает. Че, по строительству-то все печально, елки-палки. Через 49 секунд на нас нападут уже. Ну, ребят, ну, пчелки, ну, давайте соберитесь уже. Эй, королевна, хорош журнал читать, плодись. Нам нужно сколько у нас пчел? О, рабочих у меня уже 5, а не 3. На 2 я прибавился. Ну, ладно, молодец, королева трудится. Все, это абзац полный. Вот, смотри, 9 секунд. Здесь у меня под баллисту ничего не застроилось. Тут вообще они даже, походу, не начинали. Это печалька. Ну, хорошо, что у нас хотя бы есть медсестренка. Одна она? Она, по-моему, одна. Королева! Срочно всех домой. Колокольчик. Я захожу в баллисту. И сейчас будет... Он летит, божья коровка. Лупим ее. Когда у меня-то порох будет? Когда? Надо было какое-нибудь исследование замутить, но... Ух ты, елки-палки, шершни! С пестиками налетели. На, получай. Капец. Мимо. Не-не-не. Мое дело, короче, заниматься божьей коровкой. Там, кажется, пчела упала.
Как-то... Там драчка вообще наверху. Карате. Ой-ой-ой, они на королеву налетели, смотри. Пошли вон. Они в броне, им пофиг. Им пофиг. Жесть. Ёлки-палки. Абзац. Нам нужна подмога. Королеву дубасят по полной. Там вон один бояка, но он не справляется. Это... Так, ладно, поскольку у божьей коровки надо мной, я что-то потерялся. Конкретно прямо-таки потерял, знаете, в жопу. Еще перезарядка очень долго загорелась. Хорошо. Оно отошло от королевы. Я даже в нее не попал, походу. Вот, 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 нормально. Личинку сбросили. Смотри, 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 как летит. Еще одна личинка летит. Сейчас будет бабах. Ага. Такой себе бабах. Кислотный какой-то. Это потеря потерь. Блин, они не сбиваются с первого раза, это печаль. Они все раскуролесили мне просто. Восьмая волна меня уничтожила. Так нечестно, у них их порох, а у меня нифига. Сраная стрекоза, на тебе. Хорошо, что они хоть мазят. Конкретно так мазят. Да ты сколько? А, это другая уже стрекоза. Хотя я в нее уже прилично выпустил баллист. Мне даже не хочется. Там что, стрела? О, это пчела, смотри, пчела ее вот куролесит. Один боевой у меня пчел. Всех тут разматывает вместе с баллистами. Но сбили? Нет, да что? Ну, что он такой? У меня вообще никого не осталось, кстати. Одна военная пчелка и все. Строителей нет, рабочих нет. Как жить теперь? Хотя королева пока вроде жива. Медсестрички тоже нет. Я так полагаю, что улью хана. Пока мы будем восполнять все свои силы, там уже будет девятая волна. Я думаю, что можно засчитывать поражение, честно. Ты посмотри, вот это вот все, тут чисто океан. Море. Не попал. Ёлки-палки. Все, сбили. Ну и что это такое? Просто изрешетили всю, весь мой улей. Мне сейчас и одна боевая пчелка. Королева, ты как там себя чувствуешь-то вообще? 0-0. Военная пчела, как она выжила, вообще не представляю. Медцентр живой, детский сад живой. Ну, короче, что я хочу тебе сказать? Думаю, что на этом можно закругляться, потому что следующую серию я начну со строительства нового улья. Я здесь очень неправильно расстроился. У меня есть новая тактика, новый план. Ее ты увидишь в следующем ролике. Поэтому, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то ставь лайк и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Так что до встречи. Увидимся в новом ролике.